Всем привет! Сегодня хочу поговорить о таком растении, кустарнике, как дерен. Кустарник неприхотливый, очень такой изящный, можно сказать, своими листьями, своими, даже сказать, ветками. Вот видите, сейчас еще нет листьев, сейчас еще весна, март месяц, но тем не менее, вот эти красные веточки очень хорошо и на белом снегу смотрятся. И очень вообще он такой декоративен. И самое главное, он не прихотлив в уходе. Он рос большим кустом. Вот я его весь выстригла, сделала деревом. Иначе его размер был просто громаден. Он загораживал все. Да, это было красиво. Но розы, которые закрыты еще, им не хватало воздуха. Поэтому я его сделала такую штамбовую форму. Но все равно он меня радует даже таким. Очень легко размножается. Как я его размножаю? Я черенкую, то есть просто срезаю несколько веточек, кладу их в мокрый мох, в пакет завязываю и держу его либо в парнике, можно дома на окошке повесить буквально 4-5 дней. Он дает корни. Можно высаживать в землю, можно высаживать в горшок. Но единственное, что советую, на зиму вам его прикрыть. И таким образом можно сделать изгородь. Так что растение очень такое необычное. Советую иметь его у себя в саду, тем более оно не требует практически никакого ухода. Но вот весной я его подкармливаю кимерой. Другого ухода для него нет. Все, всем спасибо, пока.